Всем привет, с вами Артур, и сегодня я вам покажу, как я ремонтирую пластиковые части. Вот эту часть мне привезли на ремонт. Вы зададите вопрос, что проще ее поменять. Поменять ее, конечно, проще, но почему-то клиент захотел ее ремонтировать. Либо их нету, либо стоит бешеных денег. Итак, начинаю я. Обычно такие вещи с нагрева. Вот. Равняю самые поврежденные места, согнутые, и даю форму. Потом это, конечно, не до конца, все доделаю. Затем свариваю все разломы, которые есть, чтобы придать форму и жесткость этой детальки. Иногда, когда не хватает рук, я пользуюсь степлером. То есть свожу разлом, степлером его скрепляю, затем пропаиваю, после чего свариваю эти места. Итак, сварил, теперь немного под весом прогреваю, подравниваю, придаю форму. И вот все сварено, форма сделана. И эта пластмасска, как бы, все хорошо. Осталось только подшпаклевать и подкрасить. Что я и делаю. Итак, затер шпаклевочку, шпаклевочкой по пластику, затем покрываю места шпаклеванные структурным баллончиком, и после высыхания деталька будет готова к установке. Ну, на этом и все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!